я спикер. Есть какие-то отрицательные моменты в женской жизни. Почему женщинам ходить плохо? Во-первых, это непостоянность в эмоциональном плане. Все знают, насколько девушка функциональна. Насколько это плохо влияет на общественную жизнь, между, вообще на отношения между мужчиной и женщиной. Это второе. Далее. Возможность нежелательной беременности у женщины. У мужика такого просто априори нету. Еще один момент. Мужик тоже может показать свои накачанные сиськи, не только. И во многих случаях они могут быть даже гораздо лучше. Сам покажи сиськи. И больше. Нет. Вот, прижи меня. Давай дальше. По статистике Animal Planet женщины изменяют гораздо чаще, чем мужчины, примерно на 60%. Это, по-моему, плюс. Еще один минус. Если женщина полигамна, это считается плохо. Если полигамен мужчина, к этому относится уже не так отрицательно. Вот еще один момент. Передаю слово следующему спикеру. Давай, спикер. Спикер номер два. Чёрт, Воронеж. Мы команда отрицания, и мы продолжаем утверждать то, что женщиной быть плохо. Для начала я